Если одно коррумпированное государство начнет строить АЭС на территории другого коррумпированного государства, хорошего ждать не приходится. Сторонники АЭС, которые расхваливают ее преимущества, совсем не говорят про риски. Словно они живут в идеальном мире, куда никогда не прилетают черные лебеди. И эти сторонники не учитывают два неэнергетических фактора, которые проистекают из одного и того же обстоятельства. В проекте будет участвовать Росатом. Без него АЭС в Казахстане представить теперь невозможно. Потому что все началось, как мы помним, с предложения Путина. А он своего не упустит. Первый фактор коррупционный. Я уже не раз говорил эту фразу и еще раз повторю. Если одно коррумпированное государство начнет строить АЭС на территории другого коррумпированного государства, хорошего ждать не приходится. Наивно ожидать, что атомная энергетика в Казахстане окажется зоной, свободной от коррупции. С чего бы вдруг? Косвенно об этом уже говорят некоторые факты. Поначалу стоимость строительства АЭС из двух блоков оценивалась в 10-12 миллиардов долларов. Но внезапно в конце прошлого года гендиректор ТОО «Казахстанский АЭС» Тимур Жантикин заявляет: 10-15 миллиардов. Нехилый такой разброс в оценках для эксперта.